На базе областного онкодиспансера появится ПЭТ-КТ, он же Центр позитронной эмульсионной томографии. Возможность проводить диагностику раковых заболеваний на совершенно новом уровне будет уже через полтора года. Намерены закупить самый современный компьютерный томограф. В России пока есть только один такого класса. И уже этой весной должно начаться строительство социальной гостиницы на 400 мест. Открытие запланировано на 2014 год. Там смогут проходить всю необходимую подготовку к операции пациенты из отдаленных районов. Это, конечно, очень серьезно поможет нам оказывать помощь людям, которые будут приезжать из дальних регионов нашей области, их немало, и будут останавливаться, проводить какие-то диагностические исследования, а к нам уже поступать либо на операцию, либо на этих же базах, на этой же базе этой гостиницы будут получать химиотерапевтическое, радиологическое лечение. Весна сейчас придет, если она придет в этом году, то обязательно начнут строить. Я так понял, что ждем только весны.